Здравствуйте, мои друзья! К вам пришла сюда не зря. А вы меня знали, да? Да! А кто я? Правильно! А вот Дед Мороз с подарками куда-то запропастился. Ребята, представляете, мы к вам летели на воздушных санях, заправленными летающими оленями. Да попали в кучу грузовую. Нас закружило, завертело. Был сильный ветер, не было ничего видно. А когда мы из этой тучи вылетели, то обнаружили, что ни Деда Мороза, ни мешка с подарками нет. Что же делать? Ай-яй-яй! Как же нам теперь Новый год праздновать без Деда Мороза? А ну-ка скажите, ребята, вы знаете? А где Дед Мороз? Где Дед Мороз? Как вы думаете, где? Пока не зовут. Он не придет. Летели славные олени, а они все видели, представляете? Да. Ребята, вам меня слышно? Да. Извините, очень плохой микрофон. Ребята, представляете, наши олени все видели. Они сказали, что мы летели, туча обвисела. Над островом посреди океана. И Дед Мороз упал на этот остров. Представляете? А остров этот называется Остров Сокровищ. Ох, как же нам теперь Дед Мороз вместе с подарками? Ведь там леса непроглядные. Болота непроходимые, горы крутые. Да реки длинные. А ну-ка скажите, ребята, что же делать? Кажется, я придумала! Да, правильно! Я знаю, кто нам сможет помочь! Кто сможет помочь? Это тот, кто не раз бывал на этом острове! И кто знает его, как свои пять пальцев? Правильно, это пират! Ребята, давайте все вместе позовем пирата! Пират, наверное, нужно кричать какие-то пиратские слова. А ну скажите, вы знаете, как пираты кричат? Пират подумал, что здесь все свои, и сам же придет. Какие слова? Полонка! Как еще? 36 Я знаю, пират, наверное, хитрый, да? Наверное, подумал, что мы от него что-то хотим, не хочет приходить. А вы знаете, что пираты любят вечеринки с танцами и плясками?